В ходе встречи с жителями обсудили мероприятия, которые были реализованы в 2017 году и которые запланированы к реализации на 2018 год. Мы, конечно, ожидали, что будет больше людей, но я думаю, что в будущем, конечно же, у нас появится больше непосредственно активных граждан. И даже те самые 15-20 человек, что вот было сегодня, они задавали очень резкие вопросы, очень интересные, и с ними было интересно общаться. Такой интерактив, живое общение вот рядом с людьми положительно влияет на обсуждение изменений организации дорожного движения, да, внесение каких-то предложений по там, повышению пропускной способности, по повышению безопасности дорожного движения. Мы можем понять, что не нравится людям, что их устраивает, что не устраивает. Также люди активно вносят свои предложения по некоторым вопросам. Обмен мнениями – это очень важно. Город должен быть для жителей, город должен быть удобен. В городе должно быть одновременно хорошо и водителям, и пешеходам, и водителям, в принципе, любых транспортных средств, которые по нему передвигаются. Поэтому наша цель – сделать данное передвижение еще более удобным, еще более масштабным, еще более значимым для города. Активно люди спрашивали про изменения организации дорожного движения на пересечении Панфиловского, Солнечной и улицы Гоголя. С нашей стороны даны все разъяснения, что мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения, а также на повышение пропускной способности пересечения. По поводу глобальных изменений организации движения в текущем году мы поговорили. Это пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей, вот одностороннее движение внутри перекрестка. И также программы благоустройства Департамента капитального ремонта города Москвы, которые будут проводиться в 2019 и последующих годах на Центральном проспекте, Панфиловском проспекте, генерала Алексеева. Также обсудили, что не нравится людям, что они предлагают там сделать. Все это вместе будет корректироваться, собираться, и мы будем работать с этим. Все предложения, которые жители высказывали на мероприятии, будут в дальнейшем проработаны, и в случае необходимости будут предприняты какие-то меры. Если такие встречи жителям понравились, мы сможем с ними в таком режиме контактировать, мы будем проводить их чаще. Также напоминаю, что дорожный координатор каждого округа Москвы проводит встречи каждый месяц в одной из управ района города, где также все жители могут нести свои предложения, замечания и что-то обсудить с лицом, представляющим организацию дорожного движения в конкретном округе города Москвы. Thank you.